Анна Горелкина из Тулы спрашивает. Желая правильно питаться, мы недавно приобрели аэрофритюрницу. Она позволяет готовить с минимумом масла или вообще без него. Но все-таки сомневаемся, можно ли считать такую еду полезной. Мы решили разобраться досконально и отправили к Анне нашего корреспондента Юрия Есина. Вот и тот самый прибор. И правда, достаточно всего одной чайной ложки масла, чтобы приготовить, например, несколько порций картофеля фри. Еда здесь жарится с помощью потоков горячего воздуха, а не как в обычной фритюрнице, в масле. Но таким ли уж здоровым получается блюдо? Анна, ну что, кажется, я вовремя? Да, уже все готово. Можете открывать. Какой аромат. Посмотрим. Наш Юра забрал блюдо из прибора Анны на исследование в лабораторию. Для сравнения, туда же мы отправили картошку, пожаренную в обычной фритюрнице, а также сваренные клубни. В результате выяснилось, инновационная картошка действительно полезнее традиционных хрустящих ломтиков. Калорийность ниже в 1,5, а содержание жира в 2 раза. Но получается ли так же вкусно? Мне лично кажется, что традиционный способ дает более аппетитный результат. Но наш постоянный эксперт, пищевой технолог Александр Скородумов, хвалит и картофель из аэрофритюрницы. Чуть повыше влажность, органолептический, он более приятный продукт, то есть у нас картошка не будет сильно сухой. К тому же при жарке традиционным способом образуются вредные для организма акролеин и бензопирен, чего нет в модном приборе. Но надо, конечно, заметить, отварная картошка все равно остается фаворитом диетологов. Ее калорийность еще в 2,5 раза меньше, а жира почти совсем нет. Так что я сам, неоднократно попробовав разные блюда из аэрофритюрницы, пока воздержался от ее покупки. Если уж есть иногда жареное, так классическое, с хрустящей корочкой, которой здесь очень не хватает. Ну а в основном надо все-таки стараться запекать, варить, готовить на пару, а не доверяться рекламным обещаниям, жаждущих наших денег производителей кухонной техники. Анна, спасибо за вопрос. Здоровья вам и приятного чтения подарка от нас. Сборника моих книг о последних научных открытиях на тему того, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше.